Значит, эту песню к этой музыке написала я, к этим стихам написала я. А что же вы не знали? Я не знала, что у вас такое теплое собрание сегодня, и побежала буквально вот на секунду. Если позволите, в том исполнении, в котором слышал ее Володя, я вам сейчас ее спою. Конечно. Спасибо, что вы исполнили. Гитара? Да, спасибо, что вы ее исполнили. Так. Дойдите к микрофону. Волнуюсь то, что забыла первую строчку. Когда подойдете туда, если волнуетесь, проходите. Возьмите текст. Нет, первое слово скажите. Над обгорелым ржавым танком. Над обгорелым ржавым танком, над госпитальным старым парком, ночное небо подпирая, ночное небо подпирая, грустит о чем-то старый вяз. И что на завтра будет с вами, еще не ведаете сами, а на пенечке потихончик о том не ведает сейчас луна и танго, где башня танка среди черемух черней беды. Ах, медсестрица, все это снится. И лейтенанту приснилась ты, война, грехи кому-то спишет, а здесь сердца друг друга слышат. Цветок из пепла прорастает, небесным светом опылен, Берлин уже не за горою, и как-то мирною порою семейный мой отец проснется и снова вспомнит этот сон. Луна и танго, где башня танка, среди черемух черней беды. Ах, медсестрица, все это снится. И лейтенанту приснилась ты. Простите. Нина. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, это удивительная женщина. Книжку вручим. Как? Сейчас вручим. Две. Это удивительная женщина, с которой я вас еще многих знакомлю. Мы обязательно знакомлю. Встретимся, обязательно. Живет она здесь вам рядом. И, Нин, и спасибо, выставку здоровья твою. Это спасибо. Удивительный художник по бате. И я думаю, что договоримся мы и выставку здесь в Кадымке сделаем. Но самое главное, это удивительный человек, который бережет память о великом русском поэте, моем учителе Владимире Топореве. Женщина, которая издает его книжки до сих пор. Хотя его уже несколько лет нет с нами. Извините. Спасибо.